Выйти из сумрака ивановским автолюбителям, как и многим другим по всей стране, все же придется. С 1 июля закон об ужесточении мер за тонировку вступил в силу. Если ранее несоответствие ГОСТу передних стекол авто каралось штрафом 500 рублей, теперь водителям это будет стоить дороже. С 1 июля мы снимаем государственные регистрационные знаки, причем водитель может управлять транспортным средством в течение суток и может двигаться только по направлению к месту устранения данного нарушения, то есть к месту автосервиса, где ему профессионально снимут стекла. На следующий день, естественно, если он поедет, то за движение без государственных номеров он будет также оштрафован на 5000 рублей. А между тем, многим автолюбителям внезапный интерес к тонировке со стороны властей кажется странным. Суровость наших законов компенсируется необязательством их исполнения. До этого тоже запрещена была тонировка, она никогда не была разрешена. Но почему-то ГИБДД ждали именно 1 июля, чтобы начать активную работу по команде. Я думаю, что месяц это продлится, потом опять все забудут. Подействует на автовладельцев метод кнута или нет, пока судить рано. Скажем только, что ажиотажа, связанного со снятием тонировки, в ивановских автосервисах пока не наблюдается. Наталья Романова, Олег Мелехин, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.